самый хуёвый. Ну, я вот где сколько играл, блядь, уже опыта, блядь, больше десятка лет. Ну, правда, это пиздец, он уфается каждый нахуй день, это хуёво. Ну, типа онлайн большой, это компенсация за эту всю хуйню, ну, контент. Это, по сути, это их не хлеб, по сути. Они живут за счет онлайна. Ну, правда, он сильно часто этот крашится. Тут донатят люди из-за того, что, блядь, обычные люди играют большой онлайн. Из-за этого донатят. Если они, блядь, этого понять. Это еще раньше я когда начинал тут играть, тут типа по 10 раз в день он крашился, типа было так. Ну это циркулеры, когда так, такое было, я не знаю как сейчас, но вот нет, раньше это то же самое. С откатами говорю. По полчаса, блин, ну да. На, именно на этом сервере. А на что вы плюсуете, на саммон или на что? Надеюсь на саммон. Боже, я уже молчу, что типа тут, бля, через стены стреляют. Но это так. Не, ну они ж поставки дают, в принципе, за эти краши. Ну, это нормально. Просто выходной день, ну, краши выходной день, это капец. Так времени там нету, ты выходной день зашел поиграть, а у тебя краш-то краш. Ну, сегодня много ивентс. Тем более, я так понимаю, тут реально большинство взрослых людей, которые там работают, семья. Мы их на палку за это нагрели сегодня на магическом. Все, последний тык и пошли вниз. Что ж, Войт, у тебя стрима нету, где там кто-то писал, зачем вы гэма наебываете? Ты не выкладываете? Не знаю. А у тебя звук же пишется, не надо. Это где было такое? В Навайше. Так если что, отмазка, я тебе говорю, есть. Мы ж не знали, что типа ему отдали палку, он не говорил. Он не зашел. Да и все. Ну не помню просто. Сюшка в инсте есть? Вы же стрим не сбрасывали. Я не готов. Нет, Сюшка скримонит. Окей. Будет, у тебя ж не лагает, да, ну, сама игра? Да нет. Ну, просто когда стрим смотришь, ну, не знаю, может, это у меня, типа, так, оно такое, знаешь, там, подергивание есть, типа. А, ну, загружается видео на YouTube, наверное, из-за этого трафик забит. А. Да и випки. Ну, это нет. От компа тоже зависит. Да и випки нету. Дискорде, чтобы стрим был там хороший. А зачем тебе вебка? Ты чё, тёлка, что ли? Чтоб тебе вебка. 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 Тёлка. Не, на самом деле с вебкой немного лучше стримить, чем без. Там некое доверие. Там можно подобное. Ебало злобное состроить, да? Компон-то, на, блядь, смотреть на мужика. Вот ты зашел пацаном, да, и смотришь, как, блядь, еблоко вот эти под зачем. Ну, хз. Нет, ты, ну... А телевизор ты тоже смотришь, только канал? Нет, блядь, ну ты телевизор девочки. Не путаю. Ну, ты телевизор путаю. Я вот смотрю стрим, терплю стрим, вот где есть вебка, блядь, если это муж и пацан стримит, только где охуенно играют. Где я так не играю, как типа, он. Типа Куплинова, да? Нет, я даже не знаю, кто это. Ебать, зря жизнь прожил. Все, трэш наш. Не всех же вроде. Ну, блядь, кони присмонятся, раздупляться. Сразу веди туда. Ты что, не в танке воет? Танк. Че ты ему говоришь кому-то вести трэп? Я главный танк. Все-все, тормози, да? Ты тормози, да? Вот сюда вниз спускай. Ты сразу с Никси.
не знаю. Мне нравится этот пуск. Войта, почему? Ты же свет танчил, да? Да. А скажи мне, почему у тебя после второго метеора, блядь, агро падает? Ты такие вопросы задаешь. Не, я заметил, типа, это постоянно такая хрень. Типа, можно приходится стопать, типа. Агро на боссе? Да, я типа поэтому, по оману смотрю, сразу резко вверх идешь по агру с этого. Ну так, наверное, это... На второго что... метеора, типа, туннелишь босса, типа, я вообще внизу рекаунта, типа. Наверное, потому смотрю, что надо еще агро на големе выбирать. А-а-а. Там моб большой один, он по-любому появляется, или он от стаков большим становится? Вот. Кто? С метеора, что ли? Да. Один с метеора. Один сразу большой падает, да? Да. 10 маленьких. Квест на охоту, да все взял. Да вроде бы. А что ты говоришь, завтра, да, маги Грульхэм будет? Угу, 4 часа. А что там, блин, квест? Как-то передать же можно, да, взять без квеста? С одного босса и там. Ты слышал за это, нет? Если ты лутер, ты можешь. Просто если магика не будет, не первого будет бить, мне бы вот такую махинацию. Я понимаю, ты чувака из готики в курсе, который говорит это постоянно. Да, понимаю. Это другая фишка. Или это с этим связано? А, Войт. Чего? Это как-то связано с безымянным. Вот это твое понимаю. Че, я ничего не писал. Лишь бы отъебали песни. Ты знаешь, что такое безымянный? Нет. Да ты жизнь прожил зря, помню. Пойду это подмечать резки. А чё, может, Деру, наверное? Да. Надо. Ты чё, он, блядь, вылетел? Ну, пиздец, конечно. Жми лапу. Достал? Нет. Блять, не было. Чё, большого добьём? Танка 2. 4. Дыхание. Сейчас будет скоро. Ладно, не будет. Может, и не будет. Смотри, кастует. Походу кастует. Он по диагонали. Сейчас там кто-то сдох. Нет, не сдох. Там от взрыва моба никто не сдох, странно, хотя не отбегает.
Бывает, у тебя тремора нету в патче, что? Ага. Слушай, одна ручка. Быстрее до ИК долетит. Пошли в ИК, потом с одноручками разберемся. То быстрее, тут у кого червоточина есть. Я первый раз вижу такую одноручку. Кесар, что ли? Их два ж, как минимум. А какую? Сейчас скажу. Вот это Воронин и Кель. Ну смотри, его вторая версия, это рукоять. Их где два. Воронин и Кель? Не вижу такой, не пас. Воронин и Кель, Серар. Хорошо, Япончик. Почему на рукоятку вообще не похож этот Воронин Кельсиар? Точь-точь такой же, одна модель. Эта рукоятка не так выглядит. А. С кого падает? С Аникси. Упала уже. На ДД шмот разролит паладин дубина. Какой будет там? Если какой-то будет там тканевый или какие-то особые шмотки, которые вам нужно, сразу не говорите. Буду вам кидать. Че, есть кто-то в ВК уже? Давайте локусу манить. У нас 50 минут. Румаги кабычка за 20 закрывается. А чё, типа у нас завтра это не будет? А, ты хочешь, блядь, после РТ поставить? Чё поставить? После РТ грульмаги. Ну, так и стоит. Ты покупателя нашел? Угу. А на все? На чё? На чё нету? Нет, покупателя? Там... Ну ищите там. Там главное, кто соберется, если с гильдии вообще люди будут. Будет 20, я буду покупать. Не, ну на за анроли там можно ж по-любому что-то? Ну один анрол, пока не знаю на кого. Там Рога мне писал, кружку хочет. Просто один анрол, все, какая разница на кого. Если фулл гильдия будет, то все печеньки продаются. Все найдут покупатели сразу. Просто цену не знаю. На сайте есть вообще цены? Там Лефарады или кто из них спросит?
Или Кирс, или этот, или Настя. Да Трини там по 15-20, ну как продашь, шмот по 10к, я думаю, максимум. Шмот с магией, груля 10к. Да, а чё ты хотел? Сколько Триники стоят? Ну, я тебе говорю, 15-20, как продашь. 15-20. Привет. Запустил и ваш. Добро пожаловать, герои. Вы услышали призыв всех. Не при самой не вижу всех. Там ушка. С опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного... Приста Мозера нету. ...который направится в цитадель Ледяной Короны. Мои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом Круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер Грозовой Гряды... Мак пронзающий бивень. Бой. Пока вы депресите, я раскол ставлю. Что я за вагон хотел Т5 протестить, блять, кто сдох? Молчи. У нас хантов нет? Там заебучий сова не видно было. Да. Первый глаз попал.
Ебаная сова, инфосотка. Совы всегда вайпают рейд. Сова нихуя не видно. И про товар так сова, да, согласен. Товар наоборот спасает. Второй раз? Сова, ты перья оф не свои. Бест. Если не понял никто, так я специально. То есть я хочу ты пятым ударить просто по гробу ему, и никогда не получится. Смотри, сейчас будет этот прыжок. Нет. Че, ну воздух. Ой, ну мужика, давай жатва. Тарань. Лол, ебать. Че ты, блядь? Стоял же на пути, блядь. Че за вагоны? Че сейчас этот не в берсу не ушел? Запускай. А он врезался в стенку. Да я понимаю, но я стоял-то на пути. Надо, чтобы возле стены стоять. Нет, он когда разбегается, он как молнию так бжж, вот это вот наносит. ДПС ваш. Не рывок сам, а этот. Да в стену врезается, соприкасается с стеной тогда. Вот это вот фигня вот так. Бжж. Как удар грома, короче, вара. Короче, кто ниже меня на этом боссе, ого. Я тогда не стакую раскол. Отводите трэш от босса, пожалуйста. Ты думаешь, я без трэша тебя не... Даже поженой на мире. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Тут маги, вот на этом боссе маги должны быть первые. Я по сути подумал, паладинов-то еще надо апать. Либо типа всех боссов делать нет, чтобы экзорцизм критовал. Значит, если, блядь, не будет критовать экзорцизм, еще апать придется. Рога, ты весьма неплохо одет, я думаю, может. Чешка Геровская. Рок в Т5? Ты покорен мне, демон. Да. Че, лохо ты? Ты на мне. Там еще и рагу резают, да? Это обычная. О, ворота бейки. Это бычка. Не води тут. На месте, даже если толпоеб был уже разорен. Что, рога кош нажать? Там вагончик. Че, вагоны бурстить даже не начал. Даже близко. Бурстить не начал. Босс уже, блядь, больше половины стакнул. Я только сейчас стакнул. Своим ДПСом там 23, ты меня по урону еще скоро доводишь. Даже если у тебя окончательно будет выше. Да. Почти одинаково, почти. Жатву разряжаю. 24-23. На 1000.
типа, мы типа на орке, блядь, бурст прожимаем, когда у него 50% хп стоит. По, блядь, целка. В гильдию вагончиков скину. А ты по боссу чисто лентка, не? Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с... Смотри, у меня по боссу по инферна... 3% всего лишь инферналы, и по трэшу всего лишь 85% по боссу. У тебя 2%. Но у тебя бурю, ты бурю не тыкаешь. Соло таргет. Хорошо. Ну почему я тыкаю, она типа 3 секунды откатывает. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! А не знаю, сейчас нам типа УС обещают, типа, с двухсекундным, может быть, посмотреть, что получится. Ты передамажил Вара. Герус Пула? Перед... Кто передамажил Вара? А где Рок вот этот какой там в Т5? Какой... Четвертая позиция. Геру давать или на Ануба? Давай Ануба. Тут. На комбо там? Пускай даст тут одна нуба откатится, еще эти вальт. А, ну впереди. Если успеем, не знаю. Первый убиваем звезду. Звезду? Тяну, короче, звезду. Угу. Звезду убиваем, а круг в таргет берем, чтобы потом в толпе не потерять его. И все. Че, скажешь, когда тяну? Сейчас чеку. Отчету. Давайте не левой стороны. Это будет красивая победа. Танки друг другу танки помогают. Полный диск. Звезду забрустили. Круг. Успел дать. Фух. Сейчас 2 секунды притяжка. Круглый бурст. Еще нам, кстати, обещают эту фигню. Напалов. Типа, когда ты в ГКД уходишь, да, типа вот, если ты нажал до прожимки Т5, типа у тебя скилл будет откатываться столько же, сколько типа должен. Когда все. Бля, меня встанули это. Эту фигню уберут. Кого убью? Крестик. Косты можно сбивать, разрешать. Том череп. Где спел дать? Да, баб. Че потом приста? Похуй его еще кого? Череп. Вон, давайте приста. Ну, приста лоу хп.
Звездочка. Звездочка. Паньте дерево. Дерево, кстати, забыл, что надо слить. После приставь дерево. Дерево потом с звездочкой. С дерево можно. Вот это вот. Трусы на пятерогу. Вам, чтобы дерево не хилило. И вот там понты вообще. Меньше половины. Я вот сало сейчас дал дерево. Беги, малышка, беги! 20% урона. Че, может их соберем в одну кучу? Ну, ну захуярьте и собирайте, что хотите. Чтоб его не было. В кучу, чтобы их собрали, а то че по одному? Похер. Уже похер, все ебашь. Звёзд, хуярьте. В кучку все. Их. Зачем их кучу собирать? Я сейчас сломаю, смотри. А. Чтобы зауешать, как это зачем? Ну видишь, что? Корни идущие. Минус притяжка. Сейчас. Так сейчас так нет корней. Тут горна нету, кстати. Не заслуживаешь. Ну 3% это 3. Че, тут на этом больше перегонишь, да? Потерь мы стали слабее, а. Как целые. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие войны. Я понимаешь, я не ауе урону. Обгонять. Битва с королем лишь платив. Ну на чем повыше перегнать? Чемпы это две могучие воительницы плеч, не так важен дома. Валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся. Да ну нахуй, я не понимаю, что Шумаголу третий бриллиант пад. Я просто не понимаю, блять. Цень ход Дэн. Уже, наверное, можете не давать. Серег, ты заебал. Открываемся и погнали. Смотри. Сейчас, бать. Будет разгоняться. Вроде сейчас алый вихрь пропадет. Не хильте рогу. Рога не жесткий. Не хильте рогу. Роги алый вихрь. Цель. Чувствую, так как не попьем. А чё у меня нету? У меня не хватает, это что? Красивые, да, цифры вылетают? Сиар там, да. Братцем будет на первом месте. Чё, стрим, да? Нет. Закинул. Так уже босс закончится. Чё там, Раск? Куда знал, у меня нет рекаун. Он гильдиус. Батя тащит. Третий брюль, пипец. Я говорю, вот если реворкнуть спал,
то, что я, блядь, когда кидаю, блядь, вторую джагу, я потом, типа, экзорцизм не жму, типа, блядь, 8 секунд. Причем у меня жатва на этом вот именно сейчас на боссе. Понимаешь? Я, типа, все скиллы не могу, чтобы они не ушли в ГКД, блядь, долгое, вместо того, чтобы короткое сразу получить. Ой, слабо, блядь, все классы слабые по сравнению с ДК. Был бы во Фросте, вообще бы, блядь, куски отлетали бы. Я не знаю, вот эти, попробуй их посадить на Ауди ДК, кто шарит, там, походу, больше он даст 30. Да, в разы. Он должен больше бить. На меня посади, на его ДК, да. Делай Фроста с двуручкой. Ты понимаешь, у Ауди фулл плюсы просто. Там в этом вся фишка. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь и я... С его плюсами даже еще фиг знает. Может, типа, какой из ДК будет спек. Непонятно. Во. Че, это взяли кого-то? Дома. Души твоих павших чемпионов будут ну, поставите шкаф по нубу. Один слот у нас сейчас. Гуляем, что успеем убить, потом магика добьем. Ресы, блядь, ебучие, сука. Тут зайти-то 2 секунды. Да при чем тут этот постоянно дохнет? Дайте баф. Ты еще рунического в рекаунте. Если что. Где каску? Дайте-ка. Нам дали. Да, давайте не обосремся, пацаны. Все не накручивайте, повел. Куда ты повел? Тут он сам пошел. Там есть тоже жуков контролит или будем сливать? Все, настакал. Липа. Оковы. Оковы дайте да есть. Успеем, наверное, да? Конечно. Да, успеем. Не зарой, не успеем. Чуть-чуть. Да ладно, блин. Просто вроде на 35 переводится, нет? Да там свичились трэш, потому что. Ты нахуй трэш, там трэш сливается ровно именно. Сотый вот и сдохнет наша. Как хорошо, когда за тобой черви, блядь, твои черви делают работу. По мелкому трэшу. Смерть. Чё там? Бегут трупы? Ах, сука, не успел добежать. Гол, блядь, мол, база. Дайте БР. Я хотел специально побегать подольше. Чарш, одна бегал, секунда. Бегал, блядь. Я вар. Дайте БР, 5 друлей.
Там шипы не убивают, но мог ШВ прожать и выжить. Он 4 раза меня ударил. Ну а в ШВ 8 было. То есть так и скажите, вагоны есть вагоны. Если я как Драгонс, блядь, сдох, я не знаю, на холодильник. Там бабл, да, есть. Типа и у него и сопрот был выпит, и у Молдозара был выпит, его не Молдозара, у этого, блядь, у второго пала тоже был сопрот выпит. Не стоп. Сука, палы в ТП, чеку с ним горит. Слышь, блядь, если у тебя от палов горит, то тебя остальные классы тебя вообще просто унижают, наверное. Если ты палов даже догнать не можешь. Понимаешь? Маунт уже какой когда не падает, да? Из адекватных, по-моему, самое слабое это 5. У кого? ДК самое слабое, это 5. Добро пожаловать, да, в испытание крестоносцев. Ты имеешь в виду на танка, да? Да и на дамагеры тоже. Вы в числе избранных. Самогол идешь, грул магик? Понимаешь, вот паладин их в реалиях, да, типа, ладно, еще где-то в ЦЛК, типа, это конкурентоспособные, да, экзорцисты?